каждый вечер я выделяю время, чтобы записать три вещи, за которые я благодарен. Это стало для меня настоящей практикой, которая помогает укрепить позитивное мышление. Иногда, когда день выдался трудным, я начинаю сомневаться в своих успехах, но именно в такие моменты я открываю свой блокнот и вижу, как много хорошего меня окружает. Например, я могу быть благодарен за чашку ароматного кофе утром, за улыбку прохожего или за поддержку друга. Эти простые моменты напоминают мне, что даже в серых буднях есть светлые пятна. Это не просто слова на бумаге, это мой способ находить радость в мелочах и учиться ценить каждый день. Попробуйте и вы. Записывайте свои благодарности, и вы увидите, как меняется ваше восприятие мира.